Всем здравствуйте! Я приветствую вас от моей страны, Латвии. Мне посчастливилось на Golden Town быть уже второй раз именно на таком фестивале. Поэтому в этом году постараюсь не так нервничать. Хочу рассказать о своей работе. Так как я, наверное, огненный знак, поэтому в моих картинах обычно присутствует красный цвет. Потому что я сама очень бешеная, жизнерадостная, огненная. Именно эту картину я писала в порыве эмоций весенних, после зимних холодных месяцев. Очень хотела чего-то яркого, теплого, насыщенного. Поэтому, наверное, этот букет, как всем женщинам, я посвятила вот такой яркий. Вообще, я не художник по образованию. Да, умею рисовать. Да, могла. Но с течением судьбы выбрала профессию другую. Ну, не менее творческую. Я стилист-парикмахер. Но после 40 у меня появилась и возможность, и желание творить именно маслом. И Golden Time Talent был таким пинком. Потому что, подав картину, я получила второе место и поняла, что нет предела совершенства. Пошла учиться, брала уроки у нашего латвийского художника Валерия Макарова и продолжала участвовать в конкурсах. А в этом году, в декабре, мне будет 50, и я поставила 3 цели. Осуществить свои какие-то детские и юношеские мечты. Стать моделью. Я ею стала. Участвую в проекте Fashion Art Latvia. Очень хотелось участвовать в благотворительности. Это тоже получилось. Мы присоединились к проекту «Сердце к сердцу» в Латвии. Помогаем домам престарелых. Вы знаете, что их финансируют очень плохо, и у них очень иногда убогие комнаты и все такое. Мы приезжаем, дарим свои картины, проводим мастер-классы для одиноких, но не менее счастливых людей. И второе, мы участвуем в проекте для детей-сирот. Они нереально талантливые. Они очень хотят учиться, но также не финансируются государством, поэтому мы можем помочь именно так, приехать, провести мастер-класс, подарить свои работы и как бы этим стимулировать их желания, возможности и подарить им, наверное, самое дорогое, свое время. А они очень благодарны. Поэтому хочу всем пожелать удачи, счастья, любви, потому что нет предела совершенства и возраст. Я по себе сужу. Вообще не помеха. В любом возрасте можно начинать и достигать чего-то. Спасибо огромное.